Прошло заседание Комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». На заседании обсуждались проблемы скрытой отчетности спортивных федераций, отсутствие лицензирования тренеров и деятельности региональных федераций. Мы с вами ведем подготовку к Совету по спорту по общественным и некоммерческим организациям спорта. По тем данным, которые мы получили со счетной палаты, с правительства, мы видим, что нам необходимо урегулировать в законе о спорте, вопрос по общественным организациям, некоммерческим организациям. В своем докладе губернатор Приморского края Олег Кожемяка подвел итоги анализа финансового обеспечения деятельности региональных спортивных федераций. Анализ показал, что наибольшее средство на финансовое обеспечение деятельности региональных федераций по летним и зимним олимпийским видам спорта выделяется из региональных бюджетов, о чем здесь говорили министры слова докладчики. Это от 34% до 66%, соответственно. Эти средства в сводной аналитике не учтены, хотя они довольно значительные. Также следует отметить, что в ряде случаев информация, предоставленная субъектами Российской Федерации, идет вразрез со сведениями, размещенными в открытых источниках региональных спортивных федераций. Губернатор Приморского края, подводя результаты проведенного анализа, озвучил предложение по решению проблемы. Учитывая результаты проведенного анализа, полагаем целесообразным перераспределить полномочия по установлению порядка предоставления отчета о деятельности региональной федерации Министерству спорта России. Это позволит всем органам исполнительной власти пользоваться единым унифицированным документом. Думаю, мои коллеги, руководители в регионах России, поддержат это предложение. Участники заседания, представители федерации также поделились проблемными вопросами, связанными с работой региональных коллег, и выдвинули свои предложения. Следующее предложение от Федерации России – закрепить на законодательном уровне обязательства общероссийских спортивных федераций лицензирования клубов, секций, тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе рассмотреть возможность платной лицензии по аналогии с СРО. Закрепить на законодательном уровне обязательства общероссийских спортивных федераций ведения единого реестра клуба, секций, тренеров, осуществляющих спортивную подготовку на территории Российской Федерации. По результатам мероприятия Олег Кожемяка обозначил ряд вопросов, которые проработает комиссия. В первую очередь, конечно, были предложения, которые были озвучены о том, чтобы всю эту систему, связанную с регистрация федерации, унифицировать с тем, чтобы единый был порядок, чтобы он шел через Министерство спорта, чтобы была отчетность непосредственно о количестве людей, занимающихся федерацией, вот, о финансовых тех средствах, которые идут из различных источников, вот, о времени проведения всех тех спортивных мероприятий, вот, о количестве детей или там, взрослых, занимающихся в этих спортивных федерациях. Вот. Порядок установления и регистрации этих федераций с тем, чтобы регион оказывал на это влияние. Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяка держит на особом контроле вопросы развития спортивной инфраструктуры, вовлечения населения в массовый спорт и других приоритетных направлений регионального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография», реализуемого по указу президента России Владимира Путина. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.